И напоследок решила это тоже сделать. Значит, цицак у нас, наш армянский цицак. А вот это чуть-чуть покраснел. Вот, я его буду делать, одну баночку сделаю с томатом. Ну, этот что мы делаем? Моем, прокалываем, убираем вот эти вот хвостики, их надо будет обрезать. Ну и сейчас все покажу. Так, берем вилочку, прокалываем вот так и убираем. Обрезаем вот эти вот хвостики, вот эти, вот так вот должны оставить. И вилочкой вот так хорошо прокалываете. И убираем сюда, заливаем рассолом, соль, вода и лимонная кислота. Так, значит, 2 литра воды здесь у меня на литр 2 столовые ложки. То есть я кладу 4. Хорошо размешиваем. И лимонной кислоты надо добавить. Лимонную кислоту добавляем для того, чтобы перчик наш не потемнел и оставался красивого цвета. Значит, на литр 1/2 чайной ложки. У нас здесь 2, поэтому кладу вот так вот, чтобы без горочки, чайную ложку. Рассол готов, заливаем. Вот этот осадок не выливайте. Накрываем крышечкой. И подгнет. Сейчас баночку поставим. Вот так вот оставляем его 5, но это мало, 5-8 дней. Сейчас не такая жара. Вот, завтра он хорошо впитает в себя воду, сядет. Так что ждем 6 дней, 8 даже может быть. Так, прошло. Это 6-й день. Посмотрите, вот эта вот белая пленочка, это все уже можно снимать. Если хотите закатывать, то этот бульон, ну, водичку, рассол процеживаем. Кипятим, закатываем крышкой. Если будете в холодильнике хранить, тоже процедите и уберите в холодильник, залейте наши перчики. Я буду в холодильнике хранить. Обратите внимание на цвет. Вот прям на свет сниму. Вот чтобы он оставался у вас вот таким вот желтеньким. Кстати, попробовала, безумно вкусный маринад, рассол получился, ну, в принципе, как и всегда. Вот, сейчас процежу и залью. Перчик хрустящий, мягенький, мягенький такой, какой должен быть, а так хрустящий, все, все шикарно. Вот обязательно лимонную кислоту либо уксусную. Но я кладу лимонную. Посмотрите, какой он желтенький получается и вкусный. Вот баночку помыли. Вот так вот. И укладывайте. Укладываем ровненько. Вот так вот, не бойтесь. С ними ничего не будут. Вот так вот утрамбовываем. Вот видите, уже откусила, попробовала. Очень вкусный. Вот так вот он закрученный как раз. Значит, процеживаем. Вот положила ситечко, еще марлечку вот так вот сделаю. Переложили, тут будет вода. Эту воду надо слить. Прям хорошо придавливайте внутрь и сливайте. Так, кулачком туда вжали. Ой, это я представляю, это ж скоро хаш. Гариса. Угу. Вот так. И процеживаем.
думаю, что еще чуть-чуть. Все. Два слоя, в четыре сделаю марлю. О, уже получше. Все, закипятим и этим рассолом заливаем наши перцы. Итак, вода закипела потихонечку. Наливаем. Возьмите обязательно ножик или вилочку и вот так вот. Вот так, чтобы воздух, вот видите, везде прошел. Вот как бы туда вот до низа добраться. Вот видите, аж внизу. Вот так. И доливаем доверха. Доверху, доверха. Крышечка наша. Крышечку вливаем этим мэлос-маринадом и закрываем. Все вот так. Вот такой получился у нас цицак. Так вот хорошо вверх-вниз делаем. И оставляем. Всем приятного аппетита. До новых встреч. Лайки поставьте, комментарии напишите. Как вы вообще делаете такое? И вот мы уже ту банку, которую вы на видео видели, мы ее уже съели. Я уже еще пошла, купила 5 килограмм, сделала еще. Вот посмотрите, чтобы вы понимали, вот этому перцу, он стоит в холодильнике, вообще надо хранить в холоде. Но так как у меня нету подвала, на балконе то жарко, сейчас вот только холода начались. Вот поэтому я храню в холодильнике его, ну, чтобы он не бродил, вот ничего не началось у него. Вот посмотрите на его цвет. И обратите внимание на... Вот так вам покажу. Видите? Чуть-чуть мутный. Чуток. И то, это даже он не мутный, а... Это, вот, видите? Это с холодного сняла в теплое, и он вот так вот запотело ведро. А так, вот такой вот у вас должен получиться. Обязательно делайте. Вот именно вот этот перец, цицак. Вот когда вы будете покупать его, вы видели на видео, да, вначале, он такой желтовато-зеленый, не темно-зеленый, не красный. Это острый перец. Если вы любите поострее, то, пожалуйста, можете из него. Но мы вот всегда цицак делаем вот с перца, которое вы видели в начале самого видео. Ну вот, вот такое вот очень вкусное, очень вкусный маринованный цицак у нас получился. Кстати, вот этот был не острый, вообще не острый. Мне муж и друзья говорят, а что он не острый? И я купила красный острый и вот порезала его и вот также добавила, чтобы была остринка у нашего перчика хотя бы чуть-чуть. А так он очень приятный. Готовьте, в общем, с удовольствием, с любовью. Пишите комментарии, ставьте лайки, мне будет приятно. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Всем хорошего дня, хорошего настроения и до новых встреч!